В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, актуализация схемы теплоснабжения Десногорска должна проходить ежегодно до 2033 года. 15 февраля 2019 года согласованная с Департаментом энергетики Смоленской области схема поступила в распоряжение администрации Десногорска. Также был представлен баланс тепловой энергии от концерна-филиала акционерного общества «Росэнергоатом». В процессе обсуждения были затронуты важные для города вопросы. Горожан и администрацию города волнует вопрос потерь тепловой энергии. Затрагивалась и тема износа тепловых сетей. Кроме этого, важной темой слушаний был вопрос возможности перехода города на закрытую систему теплоснабжения. Это требует новых технических решений. По окончании слушаний проект схемы был одобрен, а затронутые вопросы будут проработаны и изучены. Алекс Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.